женщина, она бережет свое дитя. Бережет. То есть у нее сберегающая функция. Она печется о его счастье, о том, насколько он, ну, как бы, кушал он или не кушал, здоров он или не здоров, счастлив он или несчастлив. Да? То есть для нее очень важно почувствовать счастье своего ребенка, что ребенок в безопасности. И поэтому женщина не может рожать, если нет мужчины, который может защитить ребенка ее. Ну, конечно, современные женщины это делают, но потому что мужская функция сейчас, она убрана фактически из общества. То есть создается такая матриархальная структура, в которой мужчин, роль мужчины выполняет центральные инфраструктуры какие-то. То есть если там что-то сломалось, она позовет там слесаря, ей муж не нужен. Mm-hmm. Если что-нибудь там в сексуальном плане надо, у нее там может быть какой-нибудь друг там, с которым она периодически будет что-то там встречаться, да, то есть mm-hmm. это такое вот состояние современной такой квази-женщины вот этого вот. Она думает, что она вот будет счастлива вот этим квази-отношениями вот этим. Очень сейчас распространенная вещь. Mm-hmm. Вот. А от этого мужчины еще больше деградируют, потому что, ну, как бы легкий секс, вот это вот mm-hmm. все. То есть они не чувствуют никакой ответственности. То есть если это доступно, то как я могу за это отвечать, да? Поэтому, значит, женщина, она защищает свое дитя. А мужчина, для него важно не внешнее благополучие ребенка, а для него важно его сознание, то есть почему ребенок делает то, что он делает. То есть мужчина, отец, когда он воспитывает, допустим, особенно мальчика это касается, с девочкой это другой немножко подход, потому что для девочки отец является, ну, как бы моделью совершенного мужчины. То есть он, она видит, она чувствует, что он защищает мать, он выполняет свои обязанности, он берет ее на руки, там, садит ее там. Ну, то есть она чувствует энергию мужскую, да, да. Вот это вот. И она напитывается вот этим образом совершенного мужчины от отца. А с мальчиками, с ребенком, мальчиком другое совершенно воспитание. То есть отец является учителем, то есть он тренер. И он обращает внимание не на то, что сделал его мальчик, это мать на это обращает внимание, что он сделал. Потому что она беспокоится за него. А отец обращает внимание на то, почему ты это сделал. То есть он наказывает своего сына, ставит его в угол там, или еще что-то делает. Не потому, что он что-то сделал, а потому что он проявил безответственный поступок совершенно. То есть он пошел на поводу у компании, например. Или там, ну, проявил какую-то вот свою там, ну, вот, скажем так, расхлябанность какую-то, да? То есть, иначе говоря, отец формирует характер. Вот это его основная функция. А что это за характер? Это характер ответственного человека. Естественно, эти мероприятия, они, ну, их не начинают после 6 там, лет, после 7 лет. Потому что до этого возраста мальчик находится под влиянием матери. И мать, она не позволит отцу осуществлять какие-то воспитательные мероприятия. Да, современные матери даже после 15-16 лет не позволяют своим мужьям осуществлять воспитательные мероприятия. Настолько они трясутся за своих детей. Вот это вот гипертрофированное вот это материнское начало, вот этот ложный минус, да, он настолько сильный, что мужчины даже не могут осуществлять вот этих своих действий. То есть вот эта мужская линия, она блокируется в матриархальном обществе. Очень опасная вещь, конечно. Потому что мальчики, которые вырастают в результате вот такой комбинации, они не становятся настоящими мужчинами. У них просто нет этого опыта. Mm-hmm.